джинсовые рубашки, а джинсовые рубашки это категория экстра. H&M, размер среднего Казнемка, то есть примерно 48 получается российский размер. Очень незначительный износ вот есть на воротнике. В других местах износа нет. Небольшие лоты по 10 килограмм, тут одни только джинсовые рубашки. Так, размер здесь, по-моему, большой. 54, наверное, будет российский размер. Видите, здесь уже износ побольше на воротнике. Так, далее Элька. Тонкая джинсовая рубашка. Вот тут есть небольшое пятнышко, даже два. Пятном не хотел называть, но назвал. Так, видите, белая полоска проходит. То есть на всех практически рубашках есть подобного рода износ. Это вот двусторонняя рубашка. По-моему, двусторонняя, или это просто внутренние карманы. Все-таки двусторонняя рубашка, размер 3XL. Состояние хорошее. То есть, видимо, мало носили, а даже если много носили, то носили наверняка с одной стороны, только можно показать другую сторону и сказать, что она без износа. Так, далее. Размер XL. Видите, все. Они, кстати, тонкие, летние. Мы как-то привозили, вы, наверное, помните, да, рубашки джинсовые Голландии были. Там, конечно, ткани были уже поплотнее, потяжелее. Марк Левис. Элька. Так и написано, Левис. Воротники здесь в данном случае слабое место. Так, это, наверное, S-ка или M-ка. Ну, в общем, средний или маленький размер. Так, следующая рубашка у нас Armani. Видите, опять воротник. Марка Armani и размер здесь у нас XL. И локти тоже уже белые-белые. Среднего размера рубашка с короткими рукавами. Кстати, вот до этого все рубашки были с длинными рукавами. H&M, размер M, средний. Тоже вот с короткими рукавами рубашка. Но это такие летние вот джинсовые рубашки. Еще раз говорю, Англия, категория экстра. И данный лот весит всего лишь 10 килограмм. Так, Zara Young, Элька. То есть получается подростковая, наверное. Еще одна рубашка марки Levi's. Размер здесь 2XL. Давайте воротник посмотрим повнимательно. Ну, тут состояние хорошее. Рубашка марки Levi's. Или Levi's. Так. Элька. Тоже вот. Ну, в основном будут большие размеры. Это, оказывается, рубашка марки Oliver. Пятна есть на воротнике. Так, следующая рубашка у нас марки H&M, размер L. L-ка это где-то примерно 52-й, наверное, будет российский размер. Рукава короткие, как видите. А небольшая джинсовая рубашка, кстати, приталенная. Но тут какое-то пятно есть на рукаве. Следующая рубашка тоже с короткими рукавами, но уже большого размера, это L-ка. А, так, далее... Красных еще не было. Кстати, в других лотах тоже не было красных рубашек. Здесь размер большой. S-ка. Кстати, S-ок и маленьких рубашек мало. Рубашка марки Esprit. В основном все-таки большие размеры. Приталенная рубашка. Но практически на всех, да на всех, наверное, рубашках у нас есть износ именно в части вот в этой, где воротник. Вот тут, видите, износа нет. На других прям такая белая полоска проходит. Это Элька. Большинство, по-моему, рубашек у нас с длинным рукавом. Элька. Размер большой. Кстати, тоже состояние хорошее. Обратите внимание на воротник. Следующая рубашка, к сожалению, без бирки. Но с сильным износом. Здесь уже воротник рвется. Прям затаскали, что называется, до дыр. Следующая рубашка марки Zara. Размер указан XL. И последняя рубашка из этого лота, тоже размер XL, рукава короткие. И на этом все.